Под аплодисменты публики на лед Дворца спорта «Айсберг» в Олимпийском парке Сочи выходит Рената Губашева, представляющая Республику Татарстан, и тренерскую группу Людмилы Гафаровой. Ее произвольная программа начинается. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. Чемпион 2002 года Алексей Ягудин традиционно внимательнейшим образом следит за всеми состязаниями по фигурному катанию. Не исключением является и этот этап. Леша, не отрываясь ни на секунду, смотрел за произвольной программой Ренаты Губашевой и сейчас вынесет свой вердикт. Алексей, здравствуйте, рассказывайте. Приветствую всех любителей фигурного катания. Что ж, ну когда интересно, а то, что происходит в эти дни на федеральной территории Сириус, это действительно интересно,
захватывающая, очень яркая. Вчера мы видели короткие программы женщин. Сегодня день второй у нас двоеборье, произвольные программы. И очень приятное впечатление оставляет после проката Рената Губашева. Очень многое, что получилось. Да, были, конечно, помарки, к сожалению, но мне кажется, справилась с волнением. Вот с этого каскада начался прокат произвольной программы. Двойной аксель, тройной тулуп. Да, возможно, нет еще очень сложных каскадов, например, такие, как и тройной луц, и флип с тройным тулупом. Но мощное абсолютно катание. Вот сейчас на повторе видим, как чистенько все было исполнено. Вновь хочется сделать акцент на том, чтобы больше интегрированы были спортсмены в музыкальные композиции, под которые катаются. Здесь не то, чтобы программа была отдельно, а все то, что было заявлено, было по другую сторону, но... хочется больше. Я понимаю, что с таких проектов, как «Ледниковый период» и многочисленных шоу-программ, хочется каких-то мини-спектаклей на льду, но на пути верно находятся спортсмены, развиваются, пробуют себя, ищут себя. Ну и для Ренаты Губашевой, мне кажется, сегодня все практически сложилось в положительном ключе. Сейчас вот на замедленном повторе вновь те элементы, которыми была насыщена произвольная программа. И сейчас, мне кажется, по праву будет лидировать. Те спортсменки, которые не на постоянной основе появляются в телевизионных трансляциях, еще не привыкли к такому пристальному вниманию, и в том числе и этот фактор может стать немного сдерживающим в плане раскованности во время выступления. Но сейчас нам показалось, что очень достойно выглядела Рената Губашева. У нее больше 100 баллов сейчас результат за произвольную программу, и она выходит на лидирующую позицию в соревнованиях на втором этапе Гран-при России. Первое место.